Специально для канала Таймура Двидара я, Жихарев Дмитрий, нахожусь сейчас на острове Сокотра, Йемен, для участия в международных соревнованиях по радиосвязи на коротких волнах, телеграфном туре, который стартует в 3 часа утра. Вот уже 2 недели я нахожусь здесь на высоте 1000 метров острова Сокотры, рядом с военной базой. Вот. Где-то там, вдалеке, 349 километров отсюда, находится Йемен. Настоящий, континентальный, не островной, как здесь. Здесь мы в раю практически. Находится Йемен с хуситами, которые половину северную часть занимают, ракетами и всем остальным. Все здесь, конечно, переживают. Все следят за этим, смотрят и репортажи. Интернет здесь проведен эмиратцами. А я пока вот устанавливаю антенны радиолюбительские для того, чтобы сегодня начать участие в этих соревнованиях. В понедельник уже будем сворачиваться, так как я здесь один, приходится все делать самому. Свернемся и поедем назад домой в снежную Москву. Можете посмотреть на лагерь, который я здесь разбил, с генераторами, со всем, что у нас есть. Палатка, дом, спальные места, антенны. Живем здесь с охраной, которые следят за моим благополучным существованием здесь. А вот радиолюбительская станция, которая позволит мне работать в эфире на ближайшие 48 часов. Так что, если среди вас есть кто-нибудь радиолюбители, вызывайте, поддержите рейд. Ну и дай бог, выиграем.